Друзья, всем привет! Сегодня у нас третья часть. Сегодня мы будем доводить, так скажем, до ума наш кокпит, рассчитаем стоимость и, собственно, научимся все это дело заказывать на сайте производителя этих профилей. Итак, у меня уже открыт наш проект. Вот такой замечательный наш кокпит. В принципе, уже выглядит вполне себе завершенным, но все же. Давайте обратим внимание на концовки профиля. И что мы здесь видим? Здесь мы видим открытый металл. Здесь будет достаточно острые края, так как будет проходить срез. Насколько я знаю, на Сибирезаводе очень все качественно, точно режут. И, соответственно, вот эти все кромки будут очень острые. Поэтому нам необходимо будет сейчас поставить все заглушки. Заглушки на все вот такие открытые части. Заглушки у нас находятся в аксессуарах, если не ошибаюсь. Так, ну, осталось, наверное... А, нет, друзья, вот здесь, напомнил, вот вспомнил. Endcaps. Такие типа оконцовки. И вот нам уже сама программка предлагает, показывает места, в которые нам нужно эти все заглушечки ставить. Ну, собственно, поехали. Просто нажимаем на эти треугольнички зеленые. И, соответственно, ставим. Предлагаю идти снизу, постепенно вверх, чтобы ничего не пропустить. Ну, пока занимаюсь этим не особо-то веселым занятием, скажу вам, что получил я сегодня железки, получил профиль с Сибирезавода. Доставочка, доставляли мне это все дело пэком. Завод находится в Москве. Я нахожусь в Нижнем Новгороде, совсем недалеко, это порядка 500 километров. Доставка заняла, все это вместе занял, наверное, недели полторы, недели две. Но с оговоркой на то, что не было у них в наличии вот таких больших уголков. И, ну, а без них, собственно, ну, никак ничего не сделать. Поэтому я еще ждал, наверное, денька 3-4, пока они сформируют мой заказ. Снизу мы заглушки ставить не будем, потому что это у нас, ну так, опять вот эта дурацкая штука. Потому что у нас все это дело будет стоять на полу, чтобы они, грубо говоря, были вровень, не выпирали. Так вот, получил. Этому я обрадовался очень сильно. Как это упаковано, ну, я, наверное, как-нибудь потом покажу. Упаковано это отвратительно. Вот все на самом деле хорошо, но только не упаковка. Упаковка, вы не поверите, они в такие стеки были сложены друг к другу. Сразу же хочу сказать, что вот единственное, что понравилось, то, что сверху, чтобы вот эти уголки не замялись, такие толстые картонки проложены, да, и на самом деле, в общем-то, уголки-то были в безопасности места срезов. Но площадь, вот, собственно, вот эти грани, да, были реально поцарапаны в некоторых местах. Я уже посмотрел, что-то пойдет внутрь, что-то спрячется, но это жутко неприятно. Это жутко неприятно, на самом деле. Представляете, они просто взяли и весь этот профиль обернули, может быть, тремя, четырьмя, пятью слоями упаковочной пленки. Это та, что, ну, понимаете, да, как она вот прилипает друг к другу. Такая тоненькая-тоненькая пленка. Ну, по мне, так это вообще ужас просто. Совет, если будете заказывать, попросите, может быть, у них есть какая-то возможность более хорошо упаковать. Может быть, это проблема ПЭКа. Ну, конечно же, это проблема ПЭКа. Но, с другой стороны, глупо же ожидать, что ПЭК повезет все это дело, ну, не знаю, на руках до Нижнего Новгорода из Москвы. Или, не знаю, кто-то, может, из Якутска будет заказывать условно. Так что такая обоюдная вина. Эти не могут идеально... перевозку сделать, да, то есть абсолютно безопасно. Не безопасно, а аккуратно. А на Сибирезаводе не могут все это дело упаковать. Жуть, короче. Вот это очень не понравилось. Ну, на самом деле, не страшно, да, вот тут, грубо говоря, тут какие-то царапки вот в этом месте на одной из балок. Они уйдут там, ее можно внутрь перевернуть, как-то не будет видно. То есть не критично. Главное, ничего не помято, все вроде бы ровно. На осмотр я такой детально не делал. Как бы просто посмотрел, ну, вроде бы все нормально. Так, ладно. Вот, в общем-то, мы с вами уже закончили. И имеем вот такой, как бы, такой вот вид. Вот уже все симпатично. Видите, такие черные заглушечки. Хочу сказать сразу же, что, в принципе, есть заглушки на вот эти уголки на большие. Видите, опять что-то у меня болтов здесь не хватает. Ну, не суть.
шут с ними, с этими болтами. Что-то криво стоит. Не суть. Не суть важно, да, как бы мы понимаем, что здесь все у нас зафиксируется, будет работать. Есть заглушки на большие. На большие уголки. Есть заглушки на маленькие. На большие уголки я взял, так как всего лишь 4, и они достаточно большие. Я взял на них 4 заглушки. Маленькие не брал. Ребят, ввиду цены. Мы с вами сегодня посмотрим, что сколько стоит. И вы уже, каждый будет для себя сам решать, нужно брать или нет. Но на самом деле это не единственная проблема, по которой я не брал заглушки. Но опять же, для маленьких уголков. Но опять же, об этом чуть позже. Итак, у нас все готово. Теперь мы будем рассчитывать стоимость и пытаться заказать все это на Соберезаводе. В правом верхнем углу вот такая кнопочка. Нажимаем. Нам сразу предлагают сохранить в PDF-ник. Ну, давайте там, не знаю, назовем это проект. Он сохранился и автоматически открывается. Да, по какой-то причине у меня почему-то нету ридера. Открывается в Edge, ну, не важно. Документация, да? Когда там это все дело создано. Или там начинал, бог с ним. Внешний вид. Первая страница, вторая страничка. Это для нас самая важная страничка. Здесь как раз у нас идет все, что используется. Сразу же хочу сказать, здесь слишком много всего. Пугаться не стоит. Не все нам нужно. Вот про... Речь идет, конечно же, про вот эти соединения внутренние. Не уголки, а именно вот, которые помечены синеньким, да, вот. Да, вот эти серенькие соединители, они нам не нужны, но в том счете учитываются. Следующий вид у нас изометрия, просто вот как бы как он выглядит. Мультивью, да, вид там прямо, слева, сверху, опять же изометрия. Разобранный вид, ну и какие-то хелпы, мануалы, еще что-то. Нас интересует, опять же повторюсь, вот собственно... Вот это. Как бы никто не мешает вам взять, протыкать, да, уж извините за слово, выбрать по отдельности профиля, записать, ага, 1500 миллиметров, записали в блокнотик, умножить на 2, их 2, 480, у нас их 3, и вот таким образом, да. Но тут где-то может быть ошибка, да и вообще, зачем это надо, если у нас уже тут все, собственно, посчитано. Открываем. Поехали. Это у нас всякие технические обозначения. Нас интересует последнее число. Нас интересует вот эта строчка, вот эта надпись. Ну, конечно же, количество. Цены, я вообще был в шоке от этих цен. Всего вот мы собрали с вами на $1300. Это по ценам вот какого-то завода, видимо, который предоставляет этот софт. Все, конечно, значительно дешевле будет у нас. Поехали. Что мы видим? Профиль 40 на 40, Light. Помните, мы говорили с вами о том, что мы будем где-то использовать усиленные, где-то мы будем использовать обычные. Light это, соответственно, обычные, будем называть их так. 395 мм длина, 2 штуки. Все просто, заходим на Соберезавод. Ну, входить я не буду, в корзине ничего нету. В корзине, простите, все пусто. Заходим в каталог, выбираем профили. Выбираем 40-ю серию без покрытия. Вот тут даже нам, кстати, пишет наличие. Рекомендую сразу же, конечно же, зарегистрироваться, если вы собрались заказывать это дело. Да и просто зарегистрироваться, это у вас все сохранится. Выбираем профиль конструкционный 40 на 40 L Light без покрытия. Купить. Купить целыми хлыстами, порезать по размерам. Порезать по размерам. Вот такая табличка. Здесь миллиметрах длина. Здесь количество, что купить. Я там уже что-то считал, что-то заказывал. Так, поехали. 395, 2 штуки. Сейчас мы прямо с вами посчитаем весь кокпит. 2 штуки, 395 миллиметров. Простите, следующая позиция. 400 миллиметров. Вот, да, вот еще интересный нюанс, да? Здесь 400 миллиметров и здесь 400 миллиметров. Оба лайта. Но почему-то он посчитал их в разные категории. А, $8, а то 12, видимо, это может быть резко. Нет, я не знаю. А давайте посмотрим, кстати, вот 400 миллиметров, сколько у нас их штук. Ну да, все верно, их у нас 4 штуки по 400 миллиметров. Да, я уже как бы сомневался в этой программе, думал, может ошибается. Нет, ребят, ничего не ошибается, все есть. Вот 400 миллиметров, раз, соответственно, два.
И вот, наверное, вот эти 400 миллиметров, это как раз 395, 560, значит, где-то здесь 400. Вот 400, и еще вот 2400, под педали у нас, под педальный узел, тоже используется 400. Почему он так считает? Шут его знает. Так, секунду. Да, здесь у нас лайт. И здесь у нас лайт. Не знаю, друзья, бог с ним, считаем, как нам, как программа нам дает. Она не ошибается. 400. Итого 4 штуки. 2 у нас в этой строчке, 2 у нас в этой строчке. Далее, 460. 2 штуки. 460, 2 штуки. 560, 2 штуки. 560, 2 штуки. Вот, 50, 560, но они уже другие, видите, это уже heavy, то есть усиленные. 560, одна штука. Еще, это мы не считаем, извините, да, это мы не считаем, это у нас light. Все, мы пропускаем этот момент. Дальше у нас идет 1100, две планки, это подстойки к монитору. Опять же, они из этого, из жесткого, из усиленного, мы их не считаем. Так, смотрим дальше. Дальше у нас уже пошли 40 на 80. В принципе, 40 на 40 light у нас уже закончились. Наши вот как бы основные эти профиля. Все. Нажимаем добавить. Нет, добавить это еще, значит, позиция. Рассчитать. Вот он нам рассчитал. Добавить профиль по карте «Раскрой в заказ». Нажимаем. Можем закрывать. Вот у нас уже какая-то сумма нарисовалась. Соответственно, у нас он посчитал длину профиля общую и количество реза. 10 резов. Отлично, нормально. Дальше идем. Берем 40 на 40. Обычный, который у нас идет под индексом Heavy в нашей программке. Щелк, купить. Порезать по размерам. Так, порезать по размерам. Вот у нас Heavy. У нас 560, одна штука. 560, одна штука. И 1100, если не ошибаюсь. Да, 1100, две штуки. Это у нас как раз рама для мониторчиков. 1100, две штуки, да. 1100, две штуки. Все, с ним опять же у нас закончено. 40 на 40 усиленно у нас мало. Всего 3 позиции. Добавить. Да, опять я добавить. Что такое? Рассчитать. Добавить профиль по карте «Раскрой заказ». Ну, давайте проверим заодно. Да, еще добавилось. Следующее. Следующее у нас уже идет 40 на 80. Причем тут достаточно много у нас. 40 на 80. Поехали. 80 миллиметров. Это реально, ну, полтора спичечных коробка. Это у нас... Когда я увидел... У себя в карте раскрою, думаю, что это такое? Как так-то? На самом деле, это у нас вот, вот эта штучка небольшая. Господи, опять что-то все сбилось. Это у нас под механическую коробку передач. Ну, или там под шифтер кому что. В общем, вы поняли. Вот она 80. То есть, все у нас правильно. 80 миллиметров. Одна штука. Так, ищем 40-я серия. 40 на 80. Вот, кстати, видите, этого достаточно мало, осталось 19 метров. Ну, у них постоянно как бы завоз или еще что-то. То есть это не проблема, это не значит, что там это остатки и больше их не будет. 40 на 80 купить, порезать по размерам и поехали. Точно так же. 80, все верно. 80. Далее. Потерялся. 40. Ну, в смысле, 400 одна штука. 400 одна штука. Объясню, почему я по одной позиции, хотя можно запомнить, несколько добавить. Да, ребят, чтобы не ошибиться. Это, ну, сами понимаете, достаточно важно. Закажете что-нибудь не то. И все. 560 одна штука. Далее. 200. Две штуки. 250, две штуки. Опа, 200, стоп, секунду, вот уже ошибся, да? 200, две штуки, все правильно. 250, две штуки. 200, две штуки, 250, две штуки. Да, все верно. 700, две штуки.
700 две штуки. 1500 две штуки. 1500 две штуки. 483 штуки. Так, да. 483 штуки. Рассчитать. Так, у нас точно все? Давайте проверим еще разок. Это все очень важно, чтобы потом не заказывать еще раз. Да, дальше уже пошли коверкэпы всякие, коннекторы. Отлично. Добавить профиль по карте, раскрою заказ. Добавилось? Добавилось. Вот уже у нас вот такая сумма вырисовывается. Ну, никто не говорил, да, что это будет стоить 1500 рублей. Ну, все же, да, вот у нас 12200 получилось. Дальше. Мы с вами сейчас идем в уголки и соединительные уголки. Уголки, собственно, вот, вот я про эти говорю, конечно же, 40 на 40. Мы сейчас придем, друзья, и мы... Ну, я ахнул, когда увидел, на самом деле. Угловые соединители. Опять же, тут все по сериям. 15-е, 20-е, 30-е, 40-е. Нас интересует, вот опять же, у нас есть L, есть не L. Разница, ну, более 10%. Берем обычное. Этого, как все говорят, достаточно будет. 90 рублей. Одна штука. Давайте ради интереса... Да нет, зачем... Ну и сейчас как бы все добавим. 40 на 40. Нам их нужно... Что-то здесь почему-то их 18. Здесь 13. А, это вообще не то, друзья. Это коверкэпы. Это крышечки закрывающиеся. Вот, Angel, уголок. 40 на 39, нейтрально. 78 штук. Вот точно надо брать чуть больше. Точно надо брать чуть больше. Ну, сами понимаете, всякие ситуации. Что-то прицепить, где-то не хватит. Ну, какие-то еще мысли появятся. Берем, давайте возьмем хотя бы 80 с небольшим запасом. Хотя я брал с большим запасом. Возьмем 80, посчитаем. Заходим. Прямо пишем 80. И купить. Добавлено. Так, где же у нас угловой... 7200! 7200 рублей за уголки. Нет, ну кто-то скажет, да ладно, господи, 7200, 8200, 17200, да? Мне просто рука не поднимается эти уголки покупать за 7200. Куда я полез? Правильно. Я полез на Алиэкспресс. Как хотите, реклама, не реклама, наплевать. Думайте, что хотите. Да, вот этот магазин какой-то, как он называется? Инк... Что там, Link CNC China Store платит мне по 1 000 000 рублей за каждый проданный уголок. Ладно, шутки в сторону. Итак, что мы видим? Тут я уже проверял все. Вроде бы цена 9 рублей 29 копеек, но доставка 340. Сейчас, наверное, многие заметили, да, вот эту дрянь такую, что доставка дорогая, сама цена маленькая. Ну, естественно, как я понимаю, это продавцы борются с кэшбэком, потому что кэшбэк, ну, кто не знает, погуглите, кэшбэк начисляется только на саму цену товара, на доставку он не начисляется. 80 штук. Вводим 80. 2 600. 7 200. 2 600. 2 700. 2 700 и 7 200. Чуете, да? Вот как бы прикидывайте маленько. Давайте мы, знаете, все-таки калькулятор запустим. И не будем читать 7 200. Мы посчитаем, что у нас 2 600 просто в плюс. Объясню, чем отличается этот уголок. Этот уголок от сверхзаводного, назовем его так. Наверное, на чертеже будет самое простое. В этой части, видите, какие-то такие, я не знаю, ну то есть форма не прямая, да, а какие-то небольшие отступы, и потом уже вот это идет перепялено, что ли, такая. На сверхзаводе уголки другие. На сверхзаводе уголки у нас ровные абсолютно. Вот опять же по чертежу все видно. Так что есть отличия. Сразу же, да нет, не забегай вперед, а на самом деле, наверное, это все вовремя. Так, элемент крепления кабеля. Сейчас я найду, ну, видите, тут просто очень много. Вот, заглушки. Заглушка серия 30. Опять же, все по сериям у них. Заглушка. А где заглушка угловая? Вот она, заглушка для угловых соединителей. 30 на 30, а нас интересует 40 на 40. 20 на 20, где же ты? Вот она, 40 на 40. 34 рубля штука. Ну, блин.
80 добавить. Добавлено. Уже как-то, ну, не по себе мне становится. Смотрите, что у нас получается. 7200 и 2700, ну, считайте, у нас получилось ровно 10 тысяч рублей. Это на уголки и это на заглушки. Нехило, правда? 10 тысяч рублей. Здесь, в общем, все просто. Либо мы платим десятку за такие алюминиевые уголки и закрышки, крышечки к ним, либо мы платим 2600, 2700, но у нас нет заглушек, потому что те заглушки, помимо того, что они сами по себе стоят не кисло, да, получается 80 штук на 2700, они к нашим не подойдут, они подойдут только к Сибирезаводам. Ну, я вам показывал то, что по чертежам. Оставляем. Дальше, про уголки вроде бы разобрались, 80 штук у нас есть. Дальше. Гайки и болты. Поехали. Заходим в Т-болты, Т-гайки. Два варианта крепления того же самого уголка. Сейчас мы быстренько... Я на уголке... Уголки открою. Так, уголок. Допустим, 40-я серия, да, вот он. Нет, L. А, в корзине 80, да, все правильно. Все уже, извините... Устал сегодня реально. Так, листаем. Вот комплект, это возможные варианты поставки. Тут либо сухарь, либо опять же другой винтик сухарь, либо же Т-гайка. То есть понимаете, чтобы закрепить уголок, нам нужно один винт, шайбу. Ну шайбу, ладно, это все копейки стоит в любом крепежном магазине. И одна Т-гайка. Т-гайка, в общем, ну все наверное видели, как все это крепится. Где-то тут видосик был, нет? Нет, видосика нету. Бог с ним. Вы найдете это, да и я уже показывал. Вставляется гайка в паз. Она поворачивается, по 90 градусов фиксируется, и вы закручиваете в нее болт. Ну, без них никак не обойтись. Либо сухарь. Сухарь вставляется просто боком, под углом. И да, как я понимаю, он чуть больше нагрузку удерживает, но нам обычной гайки хватит просто за глаза. Это 100%. Это вот просто, как говорится, гадалки не ходи. Паз 6. Нас интересует паз 10. На 40-й серии профиля используется паз 10. Паз 8. Паз 10. Вот видите, чего-то нет в наличии. Т-гайки я брал на... Паз 10 есть М6. Резьба я брал на восьмерку. На М8. 18 рублей штука. А теперь давайте посмотрим на наш счет. И посмотрим, сколько здесь... У нас, вот они, ТНАТ, это Т-гайка, 186 гайк нам нужно. И как я понимаю, да, это винт, 186 винтов, 186 гайк. 186 гайк, 186 гайк. Щелк, бах. 3300. За 186 гаек. Идем на Алиэкспресс. 186. 1300. 1300 против 3300. Видите, то есть, ну, уже как бы, да? Разница такая приличная. Уже сэкономили. Хочу сразу оговориться. Гаек нужно брать прям больше. Вот прям, вот по-любому больше. Опять же, захочется прикрутить какой-нибудь баттенбокс, еще какие-нибудь приблуды, какие-нибудь вентиляторы, часы, да что угодно. Вот 100% надо брать больше запасом. Сейчас я запасом ничего брать не буду. Каждый решит сам, сколько ему нужно в запас. Я запас штук, наверное, 20 взял. Или... Ну да, около 20 или что-то типа того. Болты. Так, так, еще Т-болты. Т-болты, в принципе, это как Т-гайка, да, только болт. Работает точно по такому же принципу. То есть, вот видите, у нее есть скошенные торцы. Вы вставляете в паз ее. Ну, здесь внутренней стороной она проходит. И поворачиваете ее по часовой стрелке. По часовой стрелке эти уголки дают повернуться гайке. В эти она упирается. Все, она фиксируется по 90 градусов, и все хорошо. Болты тоже нужны. Не все будет, я так думаю, удобно крепить как бы гайками, да, возможно, еще и болты понадобятся. Я взял там, ну, на всякий случай, там, десяток, что ли, болтов, 15-20 или что ли, болтов. Вот. Но, друзья, 25 рублей штука, это очень дорого. Ну, вот 25 рублей, ай, ладно.
Нам нужны обычные болты. Обычные болты, давайте вот с полукруглой головкой, внутренним шестигранником. Они, как мне кажется, самые симпатичные. Там были М4, М5, М6 и М8. Нас интересует М8, по-моему, на 16 они. 12 рублей болт. Болтов там, соответственно, надо тоже 185, ну, как бы столько же, сколько и гаек. 27 тысяч, ё-моё, какой кошмар. 2200 рублей. Друзья, реально, если прийти в магазин крепежа, вот, к примеру, куда я хожу, где я приобретаю, там крепеж продается килограммами, советую, я думаю, в любом городе есть магазин, не который там пачками продают, а который продают на развес. Как правило, это самые выгодные магазины. На 2200 рублей вам болтов столько насыпят, вы их не унесете. Это, конечно, утрированно, но там это будет стоить, я думаю, в 20, ну, в 10 точно раз дешевле. Прям вот так вот. То есть, ну, просто жесть. Давайте сразу же вот это отсюда выкидываем, вычеркиваем. Винты на Сибири-заводе покупать, ну, это, не знаю, это, простите, это кошмар. Так, что у нас еще остается? Давайте посмотрим. Ага, у нас еще остается заглушки. Заглушки для профиля. Для профиля 40-го. Так, серия 20, серия 30, серия 40. Самая обычная заглушечка. 33 рубля. Нам их нужно. Сейчас посмотрим. Вот они, Core Cup. 18-13. Что-то мало. 18 штук. А, и, да, 18. Ну, 18, значит, 18. 20 штук. 2, да, все правильно. 20 штук у нас. 18 штук, ладно, таких. И 40 на 80 еще. 13 штук. Так, все, уже запутался. Вечер. Все, друзья, простите. Потерпите мне, осталось еще немножко. 18, 40 на 40. 40 на 40, 18. Добавляем. И 40 на 80, 13. 40 на 80, 13. Добавили. Да, еще по заглушкам я опять же сказал, что я взял такие 80 на 80, да, они стоят по 70 рублей, но 4 штуки, в общем-то, не так уж и шибко дорого. Идем в корзину. Цена какая-то космическая, но это мы все с вами пересчитаем. Вы помните. Заглушка для углового сидель 80 на 80 на 276 рублей, ну не так и дорого. Заглушка торцевая 40 на 80, 550. 9 рублей, ну 1000. И заглушка торцевая 560, ну 600 рублей, 18 штук. Пластиковый колпачок, они здесь продаются десятками. То есть нам по сути надо 2 десятка. 185 рублей. И здесь 600 рублей. Чувствуете разницу, да? Как бы при учете того, что это все из одного магазина, чтобы это все ушло одной посылкой. Разница небольшая, но если мы уже берем в этом магазине, почему бы еще не взять эти, собственно, колпачки. Пластиковый колпачок, крышки черный. Скажу сразу же, я немножко ошибся, сколько я вот, точнее забыл, сколько я не рассчитывал весь этот кокпит. Я не заказал вот этих заглушек 40 на 80. И это на самом деле big problem, как говорится. Очень большая проблема. Я заказал с избытком вот таких заглушек. Поэтому буду пытаться как-то колхозить их по две штуки. Собственно, вставлять в оконцовки профиля 40 на 80. Вот так вот, да. Это, наверное, передумал. Слишком много думал, и вот так получилось. Ну ладно, вы, главное дело, не забывайте, не совершайте ошибок. Таких заказывайте, все, ничего не забывайте, лучше даже с небольшим запасом. Итак, давайте, что мы делаем? 80 на 80 мы оставляем заглушечки. Заглушку торцевую. Ну, по-моему, ее, наверное, оставить надо, да? Да, давайте ее, наверное, оставим. 560 рублей оставим. Потому что это, если бы я брал, я бы ее заказал здесь. Потому что в этом магазине... Link CNC, вот этот China Store. Здесь нету таких, здесь только вот такие колпачки есть. Так, это оставляем. 40 на 40 мы убираем. Тегайку, ой, ага, отлистал сверх. Заглушку торцевую оставляем. Тегайку мы убираем.
Заглушка для углового алюминиевого соединителя. Это вот уголки, которые убираем. Сам угловой алюминиевый соединитель мы также с вами убираем. Итого, что у нас есть? У нас есть профиль резко, профиль резко, профиль резко. Заглушка торцевая. Заглушка торцевая. Знаете, что я, друзья, точнее, я не добавил. Я не добавил 80 на 80. Их тоже в том магазине нету. 80 на 80, только 40 на 40. 40-я серия. Сейчас скажу, о чем идет речь. А, их нет в наличии. Вот это подстава. Да, вот это подстава на самом деле. Интересно, он нам хоть добавит, даст их добавить? Давайте посмотрим шпаргалочку. Да, ну, 76 на 76 вот здесь идет. Да, 4 штуки нужно. Нет наличия. Видите, вот когда я заказывал, тоже их не было в наличии. И я ждал там несколько дней, когда они будут. Но это не проблема на самом деле. Давайте попробуем. В корзине. Ну да, то есть заказ можно сделать, они просто его... А я ту серию? Да, ту серию, 40-ю выбрал. Они просто будут формировать его. Ну, подождать немного надо. Видите, у нас как цена, да? Она на десятку прямо упала. Итого мы имеем 14 800. Чё-то, чё я делаю? 14 800. И плюсуем сюда уголки 2, давайте, 700. Плюс 2 700. Плюс 1300, 1400. Плюс 1400. Плюс, ну, вот этих там на 200 рублей. Плюс 200. Итого у нас получилось 19 100. Да, это цена нашего кокпита. Можно сказать, финальная. Вот этого нашего чуда. 19 тысяч. Ну, дорого, недорого, судить вам. Если, скажем, Wheel Stand Pro покупать, там, на Авито условно, да, какую-нибудь там, 1000 за 3 за 4, вареную, переваренную, там, хомутами затянутую, ну, потому что не особо конструктор. Да это вообще не кокпит, вы понимаете, это 3000 рублей. Если RC покупать, ну, там нормальный 150 тысяч стоит. Это не финальная сумма, на самом деле, друзья. Как вы понимаете, у нас будет монитор, у вас он уже наверняка есть, руль, коробки, педали, это все опционально. У нас не хватает сидушки. По сидушкам ситуация следующая. Смотрел сидушки, новые Рикара, это дорого, это, ну, для меня это очень дорого. Там что-то более-менее нормальное, если не ошибаюсь, около 40 тысяч стоит, доходит до 500 000. Реально, одну рикарскую сидушку можно купить за полляма, за 480 тысяч рублей. Спарка, вот если не ошибаюсь, они начинаются вообще от 1020 примерно новые. Но опять же, это нужно присматривать, еще что-то, и, честно говоря, тоже для меня дороговато. Я пошел по пути простому. Я купил на авторазборке кресло, кресло с автомобиля. Поездил, посмотрел, ну, наверное, да, у меня всего-то было 3 поездки. На одном мне предложили от Honda Accord, но что-то очень дорого. На другом мне предложили какого-то корейца, но оно прямо, ну, на самом деле, совсем простенькое. Видимо, от корейца самого-самого тоже простого, оно с чем-то мне не особо понравилось. Взял я, как мне сказали, от Mazda 3, но что-то мне подскажет, что это не от Mazda 3. Когда соберу кокпит, сделаю видосик, фоточки, посмотрите. Хорошая креслица. Сейчас я его активно на работе, есть у меня возможность на работе всем этим заниматься, химчищу, скажем так. Делаю это сам. Объясню, по каким причинам, почему. Ну, может быть, да, вот я сейчас делюсь каким-то своим опытом. Кому-то, может быть, это будет полезно. Почему я не отдал на химчистку куда-то, да, на мойку? Химчистки есть двух типов. Есть химчистка салона, которая просто на обычной мойке, которая недорого. Там реально, где за 5000, там тебе весь салон типа отхимчистят. Где недорого, и все говорят, конечно же, хорошо. Второй вариант — это отдать профессиональную клининговую компанию, либо же в серьезной мойке, где вот занимаются этим делом, да. Чистка одного кресла будет стоить дороже, чем кресло это. Это, опять же, ну, дорого. Я не вижу смысла. Почему дешево у автомойщиков? Я почитал, изучил этот вопрос. Они, как правило, обрабатывают, моют салон, в нашем случае наше кресло, ванишем, средством для чистки различного рода
ковров, там, ковровых покрытий и всего такого. Это делать нельзя. Как я почитал, это на самом деле очень там серьезная проблема. Почему? Потому что вот этот ваниш весь, его, по идее, нужно пылесосом удалять потом. Там не мощным, обычным, по-моему, даже можно. Ну, что-то как, честно говоря, ковров в доме не держим, не чистил ни разу. Ну, как-то так, в общем-то, там наносится раствор, втирается, ждешь, высыхает и как-то пылесосишь. То есть ваниш нужно удалить. Из кресла его не удалишь. То есть вот эта вся набивка, она впитает, и оно там будет. Слушайте, ну это, друзья, химия. Это химия, химия противная. Я не хочу сидеть, и все равно как-то, да, ну, какая-то влага будет попадать все-таки. Ну, мы и потеем, и в конце концов может пролить что-то. И все это дело будет контактировать с кожей. Не знаю, у меня аллергии нету, и я не хочу, чтобы она у меня появилась. Поэтому я от этого отказался. От профессиональной химчистки я тоже отказался. Остается один вариант. Чистить самому. Я купил такие спрей-баллончики с пеной. Наверняка знаете, в автомагазинах продаются. Купил хорошее. Стоит оно рублей 560. Достаточно большой баллон. Это дорого на самом деле считается, потому что там есть баллоны за 150 рублей. Но говорят, это прямо откровенная фигня. Не знаю, не разбираюсь в этом. Ну, это как бы, чем хороша эта химия. Суть какова? Наносишь ее на это кресло. Пенка как-то там, какая-то реакция, да, она вспенивается. И потом этой губкой удаляешь. Ну или там промышленным пылесосом. Пылесосов промышленных у меня нет, я это удалял губкой. Баллоны вот я обработал, скажу уже, два раза кресло. Делал это вчера и занимался этим сегодня, на работу съездил. И в принципе эффект есть, но так как, сами понимаете, кресло с авторазборки, на него попадала вода, возможно, снег зимой, еще что-то. Слава богу, не было масляных пятен, что на самом деле частенько бывает. Так, кресло достаточно новенькое, мне очень повезло, оно пассажирское. Ну, пассажиры ездят уж явно, используют пассажирское кресло меньше, чем водительское. Вот, ну, не знаю, второй результат еще не видел, он не высохло, думаю, еще третий раз пойдусь, как раз баллон, я думаю, где-то раз на три хватит. Чем прелесть этой пенки, она в течение суток, она сама разрушается и как-то выводится, выходит, ну, там, назовем это естественным путем, сама по себе, и ничего не остается от этого. Это меня очень порадовало. Вот, это что касается кресла. Вот реально, я просто знаю людей, мне уже спрашивали, да как купить, я вот на разборке не был, я не знаю, что как. Вот просто заходим на Авито, пишем купить автомобильное кресло, и все. Как бы куча вариантов, звоните, там даже где там кресло там только кожаное, поверьте, на разборке огромное количество кресел. Самая большая проблема то, что они, как правило, продаются парами. Либо вообще весь салон с задним диваном, ну, как правило, парами. Я пришел в одну разборку, там огромный выбор был кресел, очень много было кожаных кресел. Мне эта идея не понравилась, кожа все-таки дома как-то не очень хорошо. Хотя по форме и по внешнему виду мне очень понравился от Range Rover Evoque. Я бы, наверное, даже его купил, если бы можно было купить его одно. А пара стоила, по-моему, около 15 тысяч рублей. Когда я спросил, а сколько будет стоить одно, они сказали, тебе цена не понравится. Я говорю, ну сколько? 14 тысяч рублей. Ну, понимаете, да, типа, куда мы потом денем одно кресло. Первая проблема. Вторая проблема, это сразу же они не понимают, для чего тебе одно кресло, и пытаются тебе говорить, что, ну, там, ты какой-то глупый, да, ты, наверное, себе в Ниву покупаешь или на катер, тебе надо два кресла. Вот, а так, на самом деле, ну, все это покупается без проблем. То есть я вот купил, Марис похвалился, тоже строит кокпит. Ну, не знаю, кто знает, кто не знает этого человека. Марис Шульц. Марис, привет. Уверен, ты будешь смотреть этот видос. Ему повезло, он купил от BMW E60. Ну, это пятерка позатого поколения. Да, в принципе, знаете, отличное кресло, шикарное. Ему там повезло. Он купил в рублях там 70 евро, если не ошибаюсь, он отдал. Ну, там, сами посчитаете. То есть около, грубо говоря, там 4500 там. Где-то так, наверное, получится. У меня таких вариантов не было, тем более на тряпке, а не на коже. У нас, видимо, из-за российского менталитета, ну, как же ты там, BMW на тряпке, не, ни в коем случае. Хотя, очень зачастую, но более приятное, на самом деле, чем кожа. Ладно, это я куда-то уже улез. Так, и еще мы забыли, точнее, я забыл сказать, что все это дело надо будет доставить. Я доставлял все это дело пэком. Суть какова? Рассчитать на сайте ПЭКа достаточно будет сложно, это дело, потому что компания Сибирезавод заказывает курьера до себя, курьер приезжает к ним, забирает товар, потом уже, собственно, эту посылку отправляет в ваш город. И вот за то, что курьер забирает посылку, это тоже они берут деньги.
Суть в чем, я заказывал, у меня профиля было больше, чем здесь. Где-то, ну, там, скажем так, прилично больше. И у меня доставка обошлась в 1700 рублей до места выдачи товара. 400 рублей стоит еще доставка по городу. Мне было несложно, мы сегодня с женой прокатили, забрали эту посылочку, этот профиль. И, в общем-то, все замечательно. 1700 там с копейками рублей. Ну, опять же скажу, расстояние небольшое, от Москвы до Нижнего Новгорода там даже не 500, а меньше километров, там порядка 450 километров. Вот. Но опять же, там как-то можно будет прикинуть, сколько это будет стоить от ПЭКа до вас. А, что еще? Что еще сказать? Ну, наверное, в этой серии-то больше говорить не о чем. Кокпит мы с вами построили, мы посчитали его стоимость, все у нас обошлось с вами 1900, давайте вот условную 1700, даже, наверное, не 1700, а 2 заложим в доставку, 21200 и кресло. Ну, кресло, друзья, тут сами понимаете, кто-то из парка себе поставит, кто-то на самом деле на разборке приобретет, вполне нормальный, я считаю, вариант. Мне вот обошлось 2000 рублей. Скажем так, цены от, наверное, где-то приличный вариант от 1500 и где-то, наверное, до 3000. Ну вот мне то кресло, которое купил, очень понравилось по форме. Оно в хорошем состоянии, оно не прожженное нигде, коцок нет. Единственный момент, конечно, опять же, это крепление. Ну, ничего не сделаешь. Как правило, все это дело болгарка отрезается, а все это дело прикрепляется теми же самыми болтами, тагайками. Ну, как бы, у кого нет болгарки, сами понимаете, в слесарных мастерских, в тех же автосервисах принести вот этот кусок профиля, да, там, плюс вот этот, условно, искать там друзья, вот кресло, да, вот такая задача, его прикрепить сюда. Давайте-ка там сделаем все. У меня все это дело есть, поэтому я вон съезжу к сестре, живет в частном доме, и все это дело заболгарю сам. Наверное, все. Давайте у нас как бы еще будут части, как я обещал, что я буду собирать свой кокпит. Сейчас я как раз жду деталек с Алиэкспресса, вот этих всяких заглушечек, гаек, самих, собственно, уголков, делать нечего. На днях надо будет съездить купить просто обычные винты, шайбочки к ним. Как дождусь, ну, кстати, удивительно, да, но это отправляется... Чего-то Короче, мне отправили это все дело ЕМС-ом. То есть, по идее, на сайте track24.ru, который отслеживает посылки, как я понимаю, он собирает информацию о подобных посылках и прогнозирует дату доставки. Вообще там за 2,5 недели буквально. То есть там за там 15, что ли, 18 дней доставки. Это очень быстро на самом деле. Кто вот связывался с этим, потому что с Алиэкспресс можно и 2 месяца ждать. Ну, в общем-то, будем ждать, когда придет. Еще, наверное, будет, возможно, одна серия, не обещаю. Серия, так скажем, теоретическая. Серия посвящена кокпиту. Кому будет интересно, если вдруг будет интересно, посмотреть на мой кокпит. Там, как там уже для трипл скрина он сделан. Маленько сделано с большей возможностью регулировок. Место под кресло. Да. Да, вот, и напишите, пожалуйста, в комментариях, надо, не надо, хочется, не хочется. Просто в хвосту тоже, понимаете, если это никому не интересно, в хвосту это снимать неохота. Так что все, друзья, давайте прощаться, всем пока.